Всем привет, это канал Красного Герцога, и сегодня мы продолжим развивать нашу деревню в игре Manor Lords. В прошлой серии мы продолжили развивать нашу деревню, да, вот, начали торговать, и неплохо так подняли деньжат для нашего поселения, да и, в принципе, и в казне у нас теперь тоже кое-что имеется, так что денежки у нас и есть. Неплохие, кстати, денежки. Вот. Ну и в этой серии продолжим развиваться. Я надеюсь, мы перейдем таки на следующий этап. Маленький город. Вот. Но для этого нам надо все-таки насобирать ячменя, а это ждать осени. А у нас только апрель. Так что раньше зимы мы туда не войдем, это точно. А еще для этого нужна одежда, еще больше одежды. Нет, духовность нужна. Да, надо построить церквушку каменную. Для этого надо накопить досок, а досок у меня все никак не копится, я никак не мог понять почему, а потом все-таки вспомнил, да, у меня доски жрут на щиты производства и доски жрутся на производство луков, где у нас луки, вот они. Тоже ребятки активно эти самые луки потребляли. И я когда об этом вспомнил о том, что, в общем-то, это же у нас не просто так, а, собственно, для армейки. И, мама мия, 106 луков. Это, то есть, понимаете, это ребята набранные. Они взяли оружие себе домой. То есть, это 106 луков и 127 щитов сверх того, что мне нужно. 82 копья сверх того, что мне нужно. Короче, у меня куча этого самого оружия, которое мне уже не нужно в таких количествах. Потому что, ну, если набирать кого-то еще, да, то, наверное, уже копейщики. Да, это у нас, получается, пикинеры, а это копейщики. А копейщикам нужны алебарды. Луки им без надобности. Да, только алебарды и больше ничего. Вот, поэтому народ есть. Есть еще пехотинцы просто, а эти с топорами. Да, топоров тоже у меня нет. Вот. Собственно, что это значит? Это значит, что все это можно продать. Вот все это можно продать. Ну, как... А, нет, все-таки там общее количество показано. Но все равно 70 луков и 91 щит, 46 копий. Это то, что мне, в общем-то, без надобности. Значит, надо продавать. А продавать у нас это дело, к сожалению... Блин, да. Надо было все-таки однажды взять эту... Вот эту вот штуку, да, да, что торговые пути всегда будут 25 очков обходиться, а то что-то как-то многовато. А еще мы попробуем, наверное, в этой серии переехать, ну, точнее, как переехать, открыть, вернее, начать использовать новый регион, потому что у меня тут уже как бы камень на ладан дышит, глина скоро закончится, а железо, как видите, уже закончилось. Они там, правда, что-то копаются где-то тут. Где у меня вообще это? Вот оно. Да, народ там сидит, ковыряется в земле. Но что они там могут наковырять, я, честно говоря, не знаю. Здесь ноль пишет. Все, нету. Нету ничего. Добывает руду. И ждет. Несет груз. Ты смотри, ну что-то несут. Что-то куда-то понесли. Что же вы там несете, товарищи, интересно знать. И туда или отсюда? Фиг его знает. Ну и, конечно же, домики. Нам нужно расширяться, нужно место под новое население. И я этим сейчас и займусь непосредственно, но немножко по-другому. Да, не на запись я что сделал. Я перекинул немножко людей, некоторых, так, чтобы они были ближе к рабочим местам своим. Ну, точнее, наоборот, выбирал, назначал на работы поближе к дому. Но не всех, повторюсь, часть. Да, и лен нам будет еще нужен. Это мы тоже сейчас... будем сеять. Но начнем с расширения домов. Давайте, здесь у нас вот домик есть, да, здесь у нас домика нет, но это сапожная мастерская. В принципе, кстати говоря, как у нас с сапогами? Сапогов у нас тоже до жопы, поэтому здесь второй народ не нужен. А вот здесь у нас мастерская лучников нет, тоже не надо. Вот, у нас тут есть огород, давайте мы его расширим. И еще расширим. Вот это вот хозяйство. Можно тоже запать, но пока мы этого делать не будем. Мы пока просто расширяем жилое пространство. Тут уже второй. А, здесь уже расширенный. Да, тут уже расширенный. Тут уже... А почему не могу? А, бревна кончились. Понял, принял.
У меня внезапно кончились доски. Бревесина, точнее, бревна. Неожиданный поворот. Ну да ладно, значит, тогда подождем. Тогда пока, а у нас апрель месяц, да, нужно что? Мне, значит, здесь ячмень зреет, здесь зреет пшеница. Это поле под паром. 33%. Здесь 15 лен. Нет. Маловато. Я вот это поле наконец-то хочу заюзать. Правда, вопрос подо что? Пшеница же. Можно лен был посадить. Но здесь красная. Тут рожь бы сделать, но ржи, к сожалению, у меня пока нет. А лен у нас хорош вот здесь. И здесь же хороша пшеница и рожь. Да и ячмень там неплох. Лен тут, скажем так, относительно неплох. Давайте здесь разметим поле под лен. Тихо, не убегать. Вот так вот. А потом, если что, мы его будем... Бам! Модернизировать. Да, в принципе, наверное, и вот это место тоже можно под поле замутить. 0,8. Ну, будет маленькое такое поле, 0,8 Моргена. Зато их будет у нас немножко побольше. Так, значит, здесь я хочу лен посеять. Ротацию сразу включаем. Будет ротация лен-пшеница. Вот так вот будем. А здесь тогда, наверное, наоборот. Пшеница, а потом лен. Так, чтобы у нас льна было всегда в достатке. Вообще, ячмень, конечно, тоже где-нибудь здесь стоит включить в ротацию. Но он очень плохо. Очень плохо. Здесь садится. Здесь хорошо. И здесь он, в общем-то, он один, да, тут хорошо себя чувствует. Хотя пшеница тоже неплохо. То есть, по-хорошему, нужно еще поле. Вот здесь, например. Здесь я хотел дома сделать. Ну, ладно, пока не будем. Пока потом разберемся, что сделать с ячменем. Просто сейчас у нас, получается, ячмень соберется, допустим, да, будет у нас на следующий год, на зиму, на следующий год будет у нас пиво. А в следующем году здесь оставить под паром и... И все, и беда. Ну, в принципе, время у нас на это есть, ладно. Так, тебя можно свернуть. Ларек с одеждой построил. О, наконец-то начали юзать новый рынок. Это хорошо. Давайте сюда переносите свои палатки. Ну, точнее, не переносите, а открывайте тоже. Строечка у нас тут потихонечку идет. Да. Это хорошо. Будем ее потихоньку открывать. Ну и да, надо переноситься, потому что железо все. Железо просто некуда добываться. Собственно, у нас товарищи тут чем заняты? Несут груз. Да откуда же вы что берете? Нет, что-то они еще делают, но это ненадолго, явно. Потому что с железом у нас проблемы. Собственно, его тут даже в списке нет. Подожди, а почему? Каменные блоки. А где у нас железо? А, вот, железная руда. 15,2 железных заготовки. Кожа тоже до хрена, блин. Все-таки открыть торговлю, да? Ну, я потому что не знаю. Вряд ли я сейчас готов на вот это потратиться. Я скорее бы вот сюда ушел. Либо в овцеводство, либо выращивание фруктов. Да, и чтобы на рожь уйти. Поэтому, наверное... Давайте, да, посмотрим. Значит, что у нас тут самое большое? Щиты. Избыток щиты. Сапоги. Кожа. Щиты, сапоги, кожа. Давайте смотреть. Значит, щиты... Это луки, 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 щиты. Так, 6 монет, луки 5 монет. Сапоги 1 монета вообще. Цена прям упала, переизбыток товара.
Да. А, у меня стоит продажа. Это я их еще и продаю, понятно. Я все и демпинганул, получается. Вот такой я нехороший человек. Так, кожа, 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 кожа. Шкуры-то продаются, это понятно. А кожа? А вот и кожа. 6 монет. То есть лучше всего все-таки щиты. Ну, давай открываем тогда торговый путь на щиты. Ставим продавать. И оставляем запас. Да, наверное, 10 штук. Нет, подожди, стоп, там 36 на отряд. Давайте на всякий случай оставим 36. Чтобы, если что, можно было один отряд скомплектовать. Да и с луками надо будет также потом сделать. В принципе, денежка есть. Да, наверное, я могу еще и луки тоже открыть. Вот. Тоже на вывоз поставим. На 36 штук. К сожалению, никак нельзя ограничить это самое производство. Ну, кроме, наверное, как-то его полностью запретить. Либо переключиться на другое. Я вот сейчас поставил приоритет малые щиты делать. Для дружины там и вот это все. Вот. Еще можно деревянные детали делать. Ну, короче, все это жрет дерево. Кстати, я даже не знаю, как запретить. А точно я могу вообще, в принципе, что-то запретить? Нет. Я даже запретить не могу. А, приостановить работу. Ну да. Хотя здесь простройку идет, но, наверное, и работа тоже, тоже учитывается, скорее всего. Ну, не факт. Ну, в общем, ладно. Пока пусть делают дальше, но мы тогда просто сделаем еще одну. У нас здесь свой скот, да? Делаем еще одну пилораму, иначе они просто не успевают. Так. У меня, в общем-то, место появилось дохренища. 6 мест, как минимум. 65. Ждем, пока наберут людей. Вот сюда надо будет тогда закинуть. Строители пусть там строят. А мы построим еще одну пилораму. Построим ее, наверное, чтобы далеко не ходить. Я надеюсь, что они далеко ходить не будут. Что они не будут тащить со склада это все. Построим ее здесь же. Вот. И тогда мне нужно будет еще одна зверушка. А это у нас... Вот, привязная стойка. Как минимум одна, а то и больше. Кстати, можно ее вот здесь и разместить. Вот так. Вот. И да, поехали тогда в соседний регион. Собственно, нам теперь надо здесь обустраиваться. А обустраиваться, наверное, поближе к такту. Ой, вот, а вот тут прям отличное место. Хотя, конечно, у нас глина немножко далековато будет. Но это не страшно. Так, лагерь поселенцев, да, вот он. Мы его построим где-нибудь для начала вот здесь. И параметры поселения. Так, начальные припасы, сколько выдать и сколько это будет стоить. Деньги, кстати, на это дело берутся из моего кармана, не из бюджета региона. Это у нас заблокировано вообще, то есть на данный момент недоступно, то есть я могу только город сделать. А, смотри, деревня земледельцев, лесная или шахтерская. Форпосты можно будет делать под конкретную задачу. И количество продуктов. Немножко еды, немножко древесины, камней и инструментов. Либо чутка побольше. Ну, мы чуть-чуть поставим. Да, регион освоен. 250 монет мы потратили. И у нас здесь теперь вот такие вот проблемы. Угу. То есть мы фактически начинаем по новой. Мне нужно жилье, мне нужно склады и вот это вот все. Ну, а чё б нет? Раз такое дело. Ну, тем более, что мы теперь знаем, да, что и как у нас тут получается. Поэтому можем немножко более осмысленно это дело запланировать. Давайте тебя вот так вот закинем сюда дорогу. И вдоль дороги построим. И опять, блин. Управление, конечно, пипец неудобное придумал, но что делать?
Давайте мы здесь построим домики. Вот так вот. Построим нам домики. Недостаточно товаров. Это я понимаю. Так я сейчас их подсокращу. Ты не писайся. Вот. 4 домика тут будет. Бам. И еще один домик. Прям один-один мы поставим. Вот с этой стороны. Ага. Недостаточно товаров. Понятно. Ну, строй хотя бы 4. Так, единственное... А, строй 4. Строй 4. Кажется, я немножко поторопился. Сначала, наверное, все-таки надо лесозаготовку. Либо... А там леса сейчас тоже нет. Да. Хорошо, давай. Отменяем. Пардон, ребята. Я забыл. 2. Угу. Надо поставить лесозаготовку. Как раз лагерь дровосеков на 2 единички. Вот сюда его воткнем. Все. Здесь нет дров и нет... А почему? Они же вроде должны были с собой взять. Ну, ладно. Нет так нет. Тут пока там пусть развиваются, а здесь у нас склады поплавны. Чтоб там не случилось чего плохого постепенно, да, мы поставим вот такую штуку. Да, как раз можно будет отправлять туда ресурсики. Пункт торговли, который можно будет воткнуть. А вот здесь, кстати, его можно воткнуть, но здесь это понятно. Можно вот здесь воткнуть. Ну и это место я бы хотел оставить. О, вот здесь поставим. Вот. Так, ну и что, как у нас тут? Солодильня. Как идет процесс? Где наша вторая привязь пока не строится? Тоже не строится. А кто у нас сейчас вообще строится? Наверное, дома все еще, да? Угу. Семья-то одна. Ну ладно, ждем, пока придет народ, ждем, пока достроится все. Просто крутим время и ждем. Так, ну у нас тут на новом месте как-то немножко больше активности. Я тут построил амбар-склад, переношу сюда вала. И пункт погрузки, да, здесь тоже нужно построить, иначе они не смогут взаимодействовать. И сейчас вот это вот дело уйдет, мы здесь рыночек-то разобьем, а потом построим, собственно... Еще парочку домиков, да. Ресурсы они вроде постепенно переносят. Так, привязная стойка завершена. Новая. И это значит, что мне нужно добавить еще одного вала. Или коня. Буду знать, в чем разница. Давайте мы лошадь закажем. И пока она едет... Пока она едет. А что у нас с досками? 14 досок, да? О, давайте церковь улучшать. Бог с ней, с амбаром. Хотя не, могу и это тоже все. Улучшаем все. Хотя у нас здесь как бы еще не достроилось. И работает одна только семья. 44, 5 семей у меня, в принципе, места еще имеется. Бревна, кстати, появились, но пока не будем забивать. Как у нас, кстати, распашка полей происходит? А достаточно неплохо. Май месяц, а они практически все распахали. Это хорошо. Баблища пока рекой не течет, но имеется какое-то количество. Поэтому у нас все более-менее хорошо в этом плане. Так, привязная стойка завершена. Здесь перенесли. Здесь забрали, чудесно. И пункт погрузки здесь построили, вообще молодцы. Осталось только начать добывать железо, чтобы его отсюда туда перевозить. Так, я вот что хотел. Да, я хотел здесь рынок разбить. Давайте мы здесь сделаем рынок. Допустим, как-то с прицелом, так сказать, на далекое будущее. Ну, относительно далекое, 12, в общем-то, мест нам здесь хватит. И 9 бревен есть, можно еще дома здесь тоже, в общем-то, запланировать.
что мы сейчас и сделаем. Ну, как-то так. Тихо. Да, и... Три домика, да? Да, нормально. Вот, пусть будет 6 домов, да? Будет место под одного чувачка. Но это будет у нас, конечно, немножечко потом. А, этот тоже у нас перенесли. Все, прекрасно. Все склады перенесены. Ну, ладно, пусть дома сначала достроят. Так, а здесь, а здесь, а здесь, а здесь... Вы почти закончили. Не хватает населения. Давайте мне население. Вот, ларек с дровами еще построился здесь. А, ну отлично. Да, у нас есть доступ к воде. Запасы пока невелики. Да, и я так понимаю... Нет. Ну, я вот надеялся, что это будет не так. Нет, в каждом регионе отдельные... Эти самые отдельные развития, очки развития. Ну, это неправильно. На мой взгляд, это не очень хорошо. Я надеялся, что мы сможем здесь набрать очков, чтобы там их вложить. Но, тем не менее. Так, пилораму у нас закончили. Замечательно. Теперь осталось кого-нибудь сюда посадить. Кстати, лагерь, дом дровосеков надо здесь наконец-то снести. Бревно осталось одно. Текс, по-прежнему ждем, да, когда все построится. Вот потащили уже бревна на церквушку. Здесь у нас все готово. Да, по поводу того, как работает пункт погрузки, хотите, чтобы обмен состоялся, оба региона должны что-то предложить. И это тоже грустно. Просто отправлять туда ресурсы мы не можем. Нужно, чтобы они тоже давали какой-то выхлоп в обратную сторону. Ну, там можно лес будет добывать более активно, да? Хотя здесь, в общем-то, с бревнами тоже все хорошо. Народу у меня тут, в принципе, достаточно. Дом дровосеков. Птички куда-то летят. В общем, все хорошо, все развивается. Торговля, я смотрю, не очень пока идет. Не торопятся торгаши ехать покупать мои товары. Мои... Луки, мои большие щиты. Хотя мы можем посмотреть, где он катается. Вот он где-то едет. О, он куда-то не туда едет. Он явно едет куда-то не туда. Зато поля распахали. Прекрасно. Сев начался? Да, сеют потихоньку. Замечательно. Так, это у нас были на щиты, а на луки... Где-то едет далеко. Странно. Все, тоже куда-то уехал. Ну ладно, когда-нибудь они вернутся. А у нас повысился уровень поселения, да, в Эхинау. Да, тут построились домики. Лагерь дровосеков, точнее, дом дровосеков я еще решил поставить. Зима-то придет однажды. Да и дома надо отапливать. Да. И запас еды здесь маловат, потому что нету сборщиков ягод, нету сборщиков этих самых... Да ничего нету. Еда здесь не воспроизводится. Поэтому давайте мы вложимся немножко в огороды. И в один курятничек. Ага, денег нет. Как-то я их резко все потратил. Да, вложился. От души. От души, душа в душу. Ну, ладно, зато можно здесь потратить очко. И вопрос тогда на что? Что мне здесь надобно? Я здесь планирую добывать железо, камень и глину. Ничего для этого здесь нет. Хотя вот тут шахта. Позволяет добывать ресурсы в течение неограниченного срока, если постройка размещена над богатой залежью. То есть сделать постоянно... Давайте тогда... А, ну да. То есть выжигание и вот это вот, да. Давайте тогда сюда пойдем.
И здесь я могу теперь строить выжигание угля, да? А здесь нет. Да. Ну, блин. Странно. Странно, что ребята не могут обмениваться технологиями. Очень странно. Ну, ладно, окей. Здесь все еще жду семью. Хоть одну, блин. Ну, точнее, одна пришла, я ее куда-то сунул. Уже забыл, куда. И, блин. Нужно еще. Давай, народ, набегай. Не стесняйся. Тут церквушка наша строится потихоньку. Черепицы у меня тоже полно. Доски должны довезти, пока не довезли. Лошарик. Лошарик тоже куда-то делся. Я вот этого прикола не понял. Хотя у меня здесь пишет, что лошадь есть. И она не назначена, да. Но где она есть? Науки пока неизвестно. О, 500 монет, кстати, пришло. Строительство завершено. А, ну правильно, бабки здесь тоже разные. Блин. Интересно. Хорошо. Так, дома построены. Один дом у меня свободный. 20 монет. На курятник не хватает, да? На курятник надо 25. Точнее, здесь богатство надо как-то повышать. То есть, здесь тоже строить факторию, вывозить? Блин, ну это вот это прям очень неудобно, что нет прямого взаимодействия и возможности покупать, что полностью независимые регионы получаются, которые могут только переправлять друг другу товары. Как-то неприкольно это все. Ладно, идите стройте лагерь дровосеков. Правда, я не знаю, кого вы там будете эксплуатировать. В смысле, кто будет там работать. Так, и давайте тогда построим еще один колодец вот здесь. Да и лагерь собирателей тогда надо ставить, да? Охотников. Охотников, наверное, лучше в первую очередь. Туда тогда хоть шкуры можно будет повозить. Ну, давай сюда, да, поставим. Лады. Лады. Строитесь, развивайтесь. Да, еды тут маловато, ну. Блин. Завозите новый народ. Железо я не скоро оттуда получу, походу, да? А здесь по-прежнему никого. Черт. Ну, тогда ждем, пока достроится церковь. А, вот и семья прибыла. В Инхинау прибыла семья. Ладно. Дом дровосеков достроен наконец-то. Ну вот, в дом дровосеков мы эту семью и определим. Одна пусть строит лагерь охотников. И мы, наверное, тут... А, да, когда... Ну, короче, когда строят, я их, наверное, на охоту посажу. А, нет, нельзя. Надо еще домики строить. Надо строить еще домики, потому что это у нас как бы... И да, заканчивается Инхинау. Да-да-да, я понимаю. Потому что народ не придет. Нет, какой дом дровосеков? Просто дома. Просто дома. Построим мы вас. Давай вот сюда. Вот здесь. Вот так. Дорожку проложим. Где у нас тут рынок-то? Вот так идет, да? А, ну тут не подсвечивается, да? Чудненько, чудненько. Вот так. Торжище у нас будет, да? И, наверное, давайте сделаем вот отсюда. Вот так вот, да, вынесем сюда, бам. И вот вдоль нее и будем строить новые дома. Ха, тихо, не уносись вдаль. Допустим. Да, тут какая-то фигня получается. Ладно. Так, фигня будет. Ладно, тогда сделаем по-другому. Сюда продлим. И здесь будем ставить... Наверное, да, отсюда будем ставить дома.
так. В принципе, да. Ну, поменьше, конечно. Раз, два, три, четыре, пять домов. Нет, нет, нет. Давай лучше наоборот. Мы тебя отсюда отправим вот сюда. А чё ты? Нет, а, ну хорошо, давай отсюда сюда. Не-не-не-не-не. Ну... Так, привязка к дороге. Давай отвяжемся. Это все равно, это не то. Сейчас. Во, вот так. Опять маловато, конечно. Огороды. Но сойдет. Главное, что они там будут. Три дома. Да, нехай. Пусть будет три. Пока хватит. Да, недостаточно припасов. Причем именно еды. Что понятно. Окей. Ну, ждем, пока тут построятся. Сюда уходим. Здесь у нас ларек с едой там построили, понятно. Так, здесь у нас поля засеяны. Потихоньку входят. Всходят, да? Ага. Готовность культур. Маленькая, правда. Ну, сколько-нибудь дособерут до июня. Хотя я вообще на этот раз не рассчитывал. Лагерь охотников готов. Чудесно. И начинайте добывать. А, нельзя, блин, добывать. Не придет никто. А с другой стороны, все с голоду передохнут. Чё бы тут это, да? Ладно. Вообще, добывай, дома потом построим, когда немножко подсоберем дровишек и еды. Как у нас разнообразие пищи. Такое себе, да? Еще церковь здесь надо будет строить. Офигеть. Так, здесь как у нас с досками? Доски немножко пошли потихоньку. Отлично. Так, процесс стройки. Ну, такое себе, да? Ладно. Да, зато семья здесь пришла. Требуются незанятые семьи. Для строительных подождут. Колодец подождет. Так, на пилораму отправим семью новопредставленную. И это у нас 45, да? Давайте-ка расширять дальше. Вот эти вот. Пока есть на что. Вот так. Вот. Уже гораздо веселее будет. Где моя лошадь, я не пойму. У меня, по-моему, украли коня. Почему-то его нет. Да, следующую надо сюда будет семью поставить. Ладненько. Мотаем. Ну и, собственно, наша каменная церковь готова. Теперь она у нас вот такая. Большая, красивая, каменная. А это значит, что мы что? Правильно, можем уже улучшать наши хозяйства на следующий уровень. А, не можем, да. Корчма. Корчма. Солод. Солод. Который скоро начнет производиться. У нас уже июнь, кстати, да? И пшеничка тоже скоро начнет производиться. Значит, надеюсь, они начнут собирать значительно раньше, чем оно в сентябрь настроится. Так, о, прибыла семья. Давайте мы поставим хлеб их. Я надеюсь, у меня... Где моя лошадь? Почему отсюда нельзя перейти посмотреть? У меня должна быть лошадь. Вот они что-то ждут. Вот 5 монет пришло. Что-то не то у меня в фактории скупают. Прям вообще не то. Или поштучно они что ли скупают? То есть так много луков и щитов не надо? Мне их быстрее делать. У меня малых щитов уже 46 штук, блин. Хе-хе-хе. Увлеклись, ребята. Так, где у нас малые щиты? Делаются. Ну, давай детали. Я не знаю, правда, нахрена они нужны. Потом, наверное, паузу придется поставить. Так, а еще я хотел вот что. Да, у меня тут
три клинка делается, и это дает мне 3 очка, да. То есть у них, ребят, написано, нарисованы топоры, но по сути дела речь про мечи идет. То есть изделием у нас это меч именно. Хорошо, тогда мечи пусть сделают. Да, иди. Мечи пусть делают. Интересная тут местность получилась, вырубленная, да? Как у нас сборщики тут работают? Хорошо? Хорошо. Пусты есть. Это замечательно. Так, построили, значит, церковь, да? Что у нас еще? Что у нас в этом регионе вообще еще из непостроенного осталось? Телега для дров, это надо изучать. Колодец надо изучать. Точнее, надо изучить колодец. А, кстати, может и надо. Может и надо куда-нибудь еще поставить колодец на случай, опять же, пожаров. У меня сейчас получается колодец вот здесь один. И вот здесь один, да? Вот здесь бы тоже что-нибудь поставить, но я очень неграмотно тут сделал. Можно, правда, вот сюда его куда-нибудь воткнуть. О, давайте мы лучше сделаем. Вот так. И здесь сделаем. Он здесь ставится, кстати. Вот здесь мы колодец и поставим. Все здесь ближе будет бегать, если что. Так. На 53 хозяйства все улучшились, в смысле расширились, да? Два дома здесь не расширен. А стоит, блин, ну ладно, это ж мастерская, поэтому и не расширено. Здесь расширено, здесь расширено, здесь не расширено. Расширяем, и здесь тоже расширяем. Здесь у меня никуда не влезет. Тут опять же мастерские. А здесь у нас, насколько я понимаю, дома еще... Нет, есть кто-то уже. Но не все дома. Ладно. Так, пойдем сюда. Смотреть, как у нас тут. У нас тут не заняты семьи для строительства. Ну, тут, извините, пока никак. Дома построены. 6 домов. А, еда. Да. 5-6 месяцев. Все, можно освободить кого-нибудь на... А, о, я лучше вот так сделаю, да. Вот отсюда. Вот вы дома нам тут строите. 6 и 3 в строительстве. Будет 9, да. 3 семьи я смогу принять, если что. Окей. С этим разобрались. Как у нас пшеничка созрела? 100%. Так. Прогресса нет, не собирает. Это вы зря. Это вы, ребята, зря. Тут какие-то еще косяки. Ждет и идет торговля. А что ждем-то? Пшеницу можно собирать. Прогресс урожая 30 дней. До сбора 48. А зачем нам ждать до сбора? Давай. Не дожидаясь странной пары. Да, давайте. Собирать. И ячмень наш тоже, наверное... Нет, еще чуть-чуть. Еще немножко, еще чуть-чуть. Кстати, о. 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 Что-то тут с едой тоже не фонтан. Но всех все устраивает. Ладно. Кто я такой, чтобы спорить? Мне интересно, где здесь мука где-то. Вот мука отображается. 0 муки. 0 пшеницы. Ну, соответственно, хлеба у меня тоже 10 кусков есть еще. Ну, сейчас, да, насобирают тогда. Как раз. Ладненько. Ждем тогда, когда подъедет солод. Ха. А, это был глюк. Это был глюк. Не переключилось. Муки 0. Хлебов 20. Вот теперь переключилось. 1000 уже монет. Вот 1000 монет, это хорошо.
только мало. Большие щиты, малые щиты. Где у нас деревянные запчасти? Припасы, хранящиеся, промокли. Вот оно что. Они сначала косят, потом это все здесь лежит на поле и портится. И только после того, как они покосят, а это все убирается. Июль месяц, какого хрена? У меня что, в прошлом году дожди пошли, когда я собирал урожай? Что в этом? Ну тогда хотя бы осень была. Это можно было понять. А сейчас-то какого рожна? Свинство. Просто свинство. Эти дожди, они прям вот выбешивают. Ну, с ресурсами на поле это прям эпик фейл. Хоть бы какой-нибудь... Вот помнится в Farthest Frontier, да, тоже эта тема была. Но там у каждого поля была маленькая такая в уголочке пристройка. Куда они, собственно, и сносили эти ресурсы. Собранные все. В первую очередь. И ничего не портилось. А тут, блин, чистое поле. И так всего 30 единиц. Так, колодец здесь построили. Замечательно. Теперь дома будете строить, да? Я надеюсь. Дрова, еда мы собираем потихоньку. Окей. Хотя насчет разнообразия тут, как говорится, не фонтан. Так. И переполненные склады. Но это пила материалов. Да, вот здесь все заполнено. И дровидосочки у меня потихонечку копятся. Так, на чем мы там остановились? Остановились мы на том, что у нас... Да, в принципе, все построено, получается. Красильня не построена. Во! Еще красильня надо. Но, опять же, сажать туда некого. Я бы удовлетворенность им поднять, но я не знаю как. Ну, просто как бы с учетом того, что у меня, в общем-то... упало разнообразие пищи. И топливо упали. Только одежды вы все до жопы. Плохо. А здесь у нас потому что открытые лопаларьки только... нет. С одеждой и с едой. А почему тогда еды разнообразия не хватает? Все равно далеко. Даже так далеко. Ну, блин. Ну, сорян. По-другому не получается. Так, строители у меня ходят. Бродят, да? Ага. Вот это еще надо поставить. И здесь парочку. В общем, работают, ребята. Лады. Здесь строят, работают. Там строят, работают. Все работают, все пределы. Просто ждем. Кстати, о том, куда делась лошадь. Вот она есть у нас тут, катается с торговцем. А тут ее нет, не видать. Место она занимает, но ее нет в списке. Именно потому, что она с торговцем. Лошади используются только для торговли. Вот такая вот интересная информация. Так что закажем еще вала. Вот. На данный момент, по крайней мере, да. А здесь у нас будут только мулы. Окей. Окей. Что ж, будем иметь в виду. Да, у нас поспел ячмень, надо тоже ставить на сбор. Ячменя уже август, в принципе, так и так скоро собирать будут. А вот здесь у нас, да, к сожалению, будут собирать урожай маленький. Два урожая здесь всего созрело, здесь... Вообще по нулям. Не успеет ничего, да? Ну, посмотрим, кстати, как они будут вообще с этим делать. Поступать. Так, пшеницу они поле уже пошли распахивать. А зачем вы его распахиваете? А, ну потому что это этот год, да? Зря. Зря, ну да ладно. Так, что еще сделал? Я поставил сюда еще один склад. Дров у нас... Маловато здесь по-прежнему. Обеспечение, точнее, такое себе. Еда упала опять. Ну, я не знаю, как это работает. Вроде все есть, но как-то оно через жопно работает. Может быть, надо сделать еще один лагерь. Дом дровосеков.
То есть ребята уже, походу, не вывозят. Хотя, с другой стороны, ресурс-то есть. Не хватает именно ларьков на этом самом. Я, по крайней мере, наверное, тогда армбар поставлю, загоню туда людей. Вот. И чтобы они палатки новые поставили. Так, новая семья у нас появилась в Ихинау. У нас здесь сейчас две семьи свободно, да. И нам надо поставить здесь тогда... Ребятам не хватает разнообразия пищи. А, духовности им не хватает. И одежды. Ну, блин, надо уже железо добывать, да отвозить туда. А железо я хочу все-таки сразу шахту сюда поставить. Мне надо два хозяйства прокачать, да? То есть... Аж одежду здесь надо делать, то есть ставить сыромятню, потому что шкуры-то, наверное, пошли. Шкуры пошли. Ну вот, да, пока не реализованы форпосты, пока нельзя сделать узкоспециализированные. Да, придется делать сыромятню. Ладно, давай поставим сыромятню. Здесь никак не влезешь. Вот здесь влезает. Хорошо. Не совсем на отшибе, но запахов пока нет, это не работает, значит, можно, в общем-то, их забить. И сборщиков ягод мы поставим где-нибудь вот здесь. Все. Тоже нехай строится. Две семьи есть. Еще знаете, что можно сделать? Можно амбар сделать и взять второго вола. Как раз, да, хватит денег. А, доски. Еще и нужны доски. Здесь у нас улучшать продолжает. Вместимость 56. И склад закончили. Отлично. Только семьи нет. Семей нет. 64. Почему так низко, я не пойму. Почему такой низкий уровень? Так, пошел процесс сбора. А это мне, значит, еще и в солодильню нужно. Блин, мне надо минимум две семьи сюда. Давайте, ребятки, приходите. Собрали весь урожай. Практически. И, опять же, нет паузы. Я бы паузу поставил. Но его нет. 12 солода. Вот, собственно, сюда и могли бы этот солод закидать. 4 льна. А, 4. 4 пшеницы. Льна 6. Ну ладно. А здесь вы пшеницу будете сеять, да? Сыромятню там построили чудесно. Ну-ка, если я пар поставлю. Что-нибудь. Ну, я надеюсь, просто бросите, ладно. Так, сыромятню тут поставили. Мне надо сюда человечка посадить. А вы будете достраивать лагерь собирателей и снова будем ждать народ. Так. Еще недоступен торговец. С котом. Ларек с одеждой произвели здесь. Все, пошла одежда. Можно улучшать. А, духовность. Блин, здесь еще церковь надо. А, церковь. Нужны доски. Черт, вас подери. С другой стороны, что-то же у тебя есть с избытком, а? В этом месте. Дрова можно туда закинуть. Мяса там своего хватает. Кстати, интересный вопрос. Вот у нас есть торговый партнер и Мирейх. Отправить. Вот что я могу. А, ни хрена. То есть, блин, список общий показывается. Жалко. Ну, давай попробуем древесинку. Тут, как говорится, просто, чтобы отправить хоть что-нибудь. А древесину я не могу отправлять. Жестко.
Жестко и цинично. Мясо, мясо, мясо. Да мясо тут, блин, само кому хочешь отправишь. Да тут вообще ни хрена не надо. Тут все хорошо, кроме железа. А железо ты мне отправить не можешь. Черт. Ну, дрова тогда давай все-таки. Немножко отвезем. Причем без выбора, да? А навоз мне нужно что? Доски. Мне сюда нужны доски. И... То есть как это будет работать? Нет кнопки отправить волшебный. Ты кто? Амбар, несет мясо. А здесь... А, здесь тоже нет семьи. Понятно. То есть они отсюда туда, оттуда сюда. Короче, пока здесь не посажу, никто отсюда туда не поедет, поэтому... И здесь, соответственно, то же самое. Печалька. Ну ладно. Мы пока прикинем, да, доски отвозить, забирать дрова. Непонятно, почему нет выбора количества, сколько туда, чего сюда катать. Ну ладно. Ладно, то есть ждем семью, хоть одну. Запас еды на рынке. Да блин. Ух ты, ах ты. И не оно одно мне тут снижает весь кайф. Вообще мало. Меда вообще нет. Одобрение упало аж на 50 до 58. Плохо, плохо. Очень-очень плохо. Так, сбор-то пошел, нет? 296 урожай? Чего? О, прибыла семья. Хорошо, подожди. Не понял. То есть здесь у нас урожай 21-31, а здесь 422, да? Серьезно? Что случилось? Игра. Ты больна. Ладно. Где народ? Чем занят? Собирают урожай. Но они собирают урожай... А, они идут собирать урожай. Лады. Бросили лен. Ну, ячмень точнее. Опять же, да. Земля под паром. Не надо ее засевать. Надо дать ей немножко восстановиться. А вот ты на следующий год у нас, да, пойдешь под пшено. Ты пойдешь под лен, а ты пойдешь под пшеницу. Ну, блин, хорошо, ладно, я надеюсь, что такие цифры вы мне и соберете. Искренне, блин, надеюсь. Если дождь опять все не испортит. Так, присоединились родные. Да, я хотел сюда все-таки народ посадить. Ну вот давай, допустим. Лошадь можно сюда заказать. А я сюда, кстати... Да, второго вала заказал. А его тоже ни хрена не видать. Бага какая-то с отображением. То есть, причем именно здесь. Здесь все нормально показывается. И здесь тоже. А вот на этом... Из-за лошади, видимо, оно и валы не показываются, хотя здесь, наверное, 5 из 4. А, нет, подожди. А, ну да, правильно, одна лошадь, 6, да. Не отображается собака. Ладно, давайте закажем здесь мула, чтобы они активнее возили. Мы подождем. Вот, несет груз. Мне просто интересно, сколько он там будет перевозить туда-сюда. То есть какой процент обмена будет. Как у нас с досками? Досок настрогали.
Отлично. Обошлись двумя пилорамами. Так. 88, 79, да, не фонтан. Ну, по крайней мере, снижать не перестало. Ладно. Так, лагерь собирателей готов. И у нас тут есть семья, а мы, значит, их куда-то и отправим. Вот. Работайте. Больше, так сказать, разнообразия пищи. Одежда есть. То здесь осталось только церковь поставить. 7, 8, 9. Еще один домик есть. Ну да, доски ждем. Ждем доски. Мула тоже не видать. И вот они уже пешочком идут. Чё-то какая-то хрень. Все пешочком идут. Где народ? Где мои животные? Куда они все подевались? Какая-то странная, нездоровая фигня. А, и в солодильню надо ж народ посадить. А то мне... Кстати, а куда дели весь солод? Ой, ячмень точнее. Житница. Всего 15. Всего 15. Не густо. 26. А там 15. А где еще лежит? На поле? Нет. Забрали. Так, да, и земля будет под паром. И я говорил, что мне надо еще поле разметить. Под этот самый. Под ячмень. Ну... Хорошо. Давай тогда его сделаем. Вот здесь вот так. Нет, подожди, как бы мне его... Нет. Вот так. Вот так даже. 1,6. Ну и бог с ним. А вот здесь мы тоже тогда домики понастроим. Здесь сейчас под паром, ротация. На второй год ячмень. Потом опять под паром. Да. Использовать паровые поля в качестве пастбищ, чтобы быстро восстанавливать их продал. Ага. И надо изучить вид удобрения. Это у нас... Вот оно. Нет, вот оно. То есть у нас здесь правоводство, там что-то бухтели на тему, да, на полях. Вот оно, значит, вот так вот. Очень интересно. Хорошо, хорошо. Лады, ладулечки. Уже? Ну, это же не... Да, 16 ли на всего. Чё вы мне тут 400 рисовали? 37 пшеницы. Ну, это что-то как-то... Вообще очень мало как-то все добывается. Прям даже странно. Ну, и 126, 127... А! Дней до сбора осталось... Или нет? Чё-то я запутался с этим сельским хозяйством. Сбор уже идет вовсю. Непонятная цифра. Или до конца сбора дней осталось. Хрен знает. Ладненько. Смотри, как они лес быстро выкисили весь, а? Наверное, я вам все-таки ограничу.
зону работы вот здесь, под дровишки. И, наверное, надо ставить углежогов. Блин, углежогов надо изучать. Черт. Вот что-то с этими очками развития тоже не очень понятно. Их слишком мало. И слишком долго к ним идти. Ладно, ждем народ. Так, плюс одна семья в Эмерехе. И это значит, что мы наконец-то отправляем ее на солодильню. Нехай делает солод. А это значит, что здесь мы можем делать, ставить, в смысле, пивоварню. Отлично. И пойдет наконец-то пиво, и мы сможем сделать парочку домиков третьего уровня. А нам именно это и надо. Три дома надо. Угу. Хорошо. Так, что у нас здесь? Здесь у нас тоже еще одна семья образовалась лишняя. 7, 8, 9, да? Полностью заняты. Полностью. Одежда делается. Да, церковь. Я хотел посмотреть. Дрова, доски привезли. 15 штук. Ну, не очень много. Но все же хоть что-то. А надо 20, блин. Я так не хочу строить здесь пилораму. Почему я не могу просто отправить регион нужный товар в нужном количестве? Очень неудобно это сделано. Блин, надо серию уже заканчивать. Ладно. Тогда мы закончим это дело уже в следующей серии. Да. А это... Ну, да, просто закончим в следующей серии. То есть сейчас я не буду дожидаться, пока оно все построится. Точнее, накопится, натаскается. Поставим церковь, прапаем на уровень вверх. У нас появится еще одно очко. Сможем построить, наконец-то, шахту. И будем на постоянной основе таскать туда-сюда этот самый железо. Ну да. Вот, ладненько. Тогда серия на этом все. Если она вам понравилась, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Оставляйте ваши комментарии. Делитесь впечатлениями об игре, о моем канале, о моем прохождении. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Также подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ссылочка есть в описании. Если у вас есть аккаунты на Трово или Твиче, подписывайтесь на мой канал и там. Заглядывайте к нам с Лаградкой на наш Дискорд-сервер. Ну и не забывайте жать на колокольчик, дабы не пропустить выход новых серий. А у меня на этом на сегодня все. Всем спасибо и пока.